Привет, дружище, меня зовут Шамбо, сейчас час ночи, тьма вокруг, глаза слипаются, спать охота, поэтому играем в Айзека. Так, поехали. В прошлой серии у нас был челлендж, который был успешно пройден, Хайбрау. И теперь попробуем опять Ньюран на харде. И выберем в этот раз Магдалену, потому что ее удалось открыть. Обладает 4 единицами здоровья. Скорость, конечно, пониже, и еще артефакт, который восстанавливает также здоровье, дает, по-моему, то ли сердечко, то ли автоматом лечит. Ну что, погнали. Не знаю, почему я сейчас зажимаю Shift, думая, что Магдалена будет быстрее перемещаться. Вот что значит, играл до этого в Готику. Хотя в Готике-то зачем Shift? Там также не бежишь. Нелогично. Ай-яй-яй-яй-яй. Как я увернулся. Я еще, значит, не совсем засыпаю. Где мои артефакты? Опа. Аккуратно. Ключик. В магазин сейчас смысла нет, потому что денег совершенно нету. Идемте на север. Офигеть. Вот это вот комната на первом уровне. В первом подземелье. Вот это я понимаю комната. Последний. Еще один ключик. Дали бы бомб лучше. Потому что без бомб как-то совсем грустно. Кстати, возможно, сейчас бомба и появится. С этого сундучка я был бы очень счастлив и рад. Отлично, бомбочка. Хотя бы одна. Будет какой-нибудь меченый камень, можно будет взорвать, надеясь, жди на чудо. Почему я не взял артефакт и пошел сюда? Еще ключик, но идем проверять удачу. Что-нибудь хорошее, пожалуйста. А что это? От тени планет. А есть такое испытание, которое также связано с этой тени планет. Но это, я скажу, не так уж и удобно. По крайней мере, сейчас у меня слезы не совсем маленькие. Ладно, не страшно, прорвемся. Зайдем сюда. Отлично. Скорость выстрелов уменьшилась. И получили паучка. Если что, подлечимся на самом боссе. Так, а в магазине что будет ценное? БФФ. БФФ мне не нужен. Но на текущий момент, в принципе, я ничего-то купить не могу. Половинка сердечка на халяву. Так, что за босс? Монстра. Привет. Давно не видели. А, еще тут парни вокруг меня. Вот их задеть очень... Хотя все-таки задел как-то. Мне бы дальность увеличить. Потому что дальности совершенно нет.
как ты промахнулся сейчас. Я не понимаю, как он порой пром... Вот, и как он порой попадает. Вот сейчас как он промахнулся, когда он был практически в упор. Степлер увеличивает урон. А в испытании как раз таки урон ни за что не повышался. Мне это нравится. Сейчас бы увеличить скорость, дистанцию урона, было бы все замечательно. Ой, какое же большое это подземелье. Итак, поехали. Сундучок. Монетки. Для магазина нужно еще собрать 5 штук. Ой, парни. Магдалена застряла и приняла на себя урон. Еще одна монетка. Так, подлечимся. Ух ты. Здесь будет что-то больное. Ну да, урон, соответственно, получен. А паренек, который будет стрелять. Spectral Baby. Он стреляет спектральными слезами? Так, сейчас нужно проверить. Через камень лучше проверим. Да, через камень летают. Ну, замечательно. Ну что, давайте тут взорвем. Потратим бомбу, получим бомбу. Здесь то же самое. Идемте дальше. Так, сейчас бы на мелких не налететь. Ух ты, Артаму. Вы летаете как сумасшедшие, и вокруг меня теперь слезы летают. Как сумасшедшие. Отлично. Бомбочка. Идемте дальше. Так, пареньки, не мешайте мне. Не зажимай. Еще ключик. Так, на магазин можно потратить, да. Посмотреть, скорее всего, 4 монетки я подберу. И здесь можно копилку собрать. Только нужна она мне. Пока я в этом не уверен. Жрем сердце. И ни одной монетки. Обидно. В ранящую комнату я не пойду. Взорвать все это ради сундука. Давайте попробуем. Пожалуйста, бомбу дай. Одна монетка и две бомбы. Получается, я зря использовал ключ. Мне казалось, что это подземелье будет побольше, соответственно, я получу монетки и артефакт куплю в магазине. А так получается, ключ, ну, просто потрачен. С другой стороны, вот свиная копилка — это пассивный артефакт или нет? Если он не пассивный, я не хочу его. И как мне проверить? Ну, давайте проверим вот так. Копилочку мне. Моя жизнь сохранена. И что это значит? А, название не запомнил, теперь не посмотреть.
Так, идемте к боссу. Дингли. Дико вокруг тебя бегать в надежде, что мы не столкнемся. Да, в надежде. Но, увы, надежда уже умирает. А, я еще не добил. Труселя. Дальность увеличена. Вот это хорошо. Еще бы эти мои слезы, спутники летали бы на всю комнату. Но они сейчас уже на нормальное расстояние летают. Просто замечательно. Так, ну давайте спускаться вниз. Пока довольно бодро идет. А сейчас пойдут подземелья очень большие. И, соответственно, все изменится. Вот эту вот дверь, наверное, можно бомбой взорвать. Пока у меня две бомбы, я не буду на это тратиться. Ух ты, прям в упор. Прям в упор. Вот как я попался на эту слезу? Монетка. Жрем сердце. Так, сейчас будет очень большой взрыв. Но не там, так и здесь. Взрыв случился прямо в меня. А копилка, получается, дает монетки при уроне, если получаем. Соответственно, на артефакт 100% набьет. Сам себя уничтожил. Налетел на говняшку. А это паук меня так быстро догоняет. Впервые я могу сказать, что мне нужна скорость. Жрем сердце. Непонятная штука за 15 монет. Надеюсь, это не активный артефакт. Это активный артефакт, который призывает больше друзей. Он призвал одну муху. Прости, но ты мне не нужен. Я с горя тогда взорву вот этого парня. Потратили деньги впустую. Таблетка. Я могу видеть все или что-то вроде этого было сказано. Так, взрываем парней здесь. Слеза сбила мою бомбу. Больше бомбы я тратить не намерен.
выходим, идем вниз. Спектральное мясо. Не увернулся. Карта дьявола. Но с учетом того, что у меня и так проблемы со здоровьем, с дьяволом пока связываться не стоит. Тем более здоровье у меня ни синими сердцами не прибавляется. Нет артефакта. Ничего не выпало, кроме бомбочки. Меченые камни есть? Меченых камней нету. И комнаток босса нет. А я в поисках артефактов иду. Червяки, а вы знаете, что я тоже так умею крутить слезами? И умею получать урон. Как бы здесь не помереть еще? Если так... Вот сейчас я... не знаю, не специально, а подсознательно полетел на эту слезину. То есть я от них порой сам не уворачиваюсь, а сам в них летаю. Не знаю почему. Такое ощущение, что нужно их собирать. Но это очень долго. Ух ты, как это опасно. Можно мне отсюда уйти? Да, одно попадание, я труп. Не стреляй. Но очень нужно быть аккуратным. Дайте мне сердце. Ух, это было близко. Червяк убит. Червяков больше нет. Только вот это хреновина. Ох. Жрем сердце. Полтора сердечка. И скрытый червь. Скрытый червь, который появляется прямо в упор. Одно сердечко. Снова одно. Тельце, которое будет делать кровавый след. И как мне с этим побеждать? Как мне сейчас с этим идти к боссу? Давайте взорвем, посмотрим. А это не взрывается? Или две бомбы нужны? Да, две бомбы. Не убивайте, пожалуйста. Полное здоровье. А что я потратил? Я что-то потратил? А если еще, например?
Нет, только один раз можно поспать. Но это было великолепно, это прям то, что нужно было сейчас. Поэтому можно зайти в магазин еще. Денег сейчас много, но там, по-моему, бомбочка продается еще. Еще секрет. Отлично. Так, проверяем. Вот сердце я куплю. Было одно сердечко, стало 5. Великолепно. Идем к боссу. Мегафатти. Мегафатти, который взрывает. Урон. Отлично. Булавка. И спускаемся вниз. Эта комната была пройдена за то же время, как и две остальные. Наверное, на час выйдет серия где-то. Идемте дальше. Ой, вот эти пареньки прыгающие. Совсем не в тему. Ну а ты откроешься? Как же вот эти непонятные черепа меня выводят из себя? А спасибо, их стало еще больше. Да что ж за уровень такой с этими одними черепами-то? Жру сердечко. А толку-то от этого? Ну хоть что-то новое. Да, что-то новое, но эти штуки меня атакуют дико. Это что? Слезы-бумеранги? А это как? Они у меня могут еще бумерангами быть? Да, некоторые передо мной крутятся. Так. Монетка, сердечко, уходим. А здесь можно повернуть в бок. Поворачиваем в бок. Половина сердечка, отлично.
Идем дальше. Так, типа, тут главное самому не налететь на эти штуки. Как же на них не налететь? Ну это вообще дикость какая-то, как сейчас мои слезы летают по комнате. Так, берем сердечко, идем за артефактом за деньги. Какая-то непонятная штука. Так, еще сердце синее. Не то, что мне хотелось. Это дало мне карту темперанса. Что она делает? Она дает то, что мне совсем не хочется. Деньги потрачены впустую. Что ж поделать? Давайте несколько монеток сюда вернем до 50, как и было раньше. И уходим. Увы, в магазине ничего полезного не оказалось. Дико летающие мухи против дико летающих слез. Давайте посмотрим, что еще в остальной части локации находится. Хотя мне вот сейчас гораздо лучше было бы идти просто сражаться с боссом, а не заниматься такой ерундой. Козлиное что-то там. Нет, я вот эту радужную штуку возьму, при ней вообще полный хаос происходит. Взрываем. Открываем. Получаем бомбочку, но теряем ключ. Просто летел на меня. Я не отошел. Черви из-под земли. А здесь, если взорвать, я могу сходить за одним синим сердцем. Ну да, одно синее сердце мне может приходиться потом. Если что, после босса можно восстановиться. А за монетками я не пойду. И так, при попадании по мне из меня сыпятся деньги. Ой, какая отвратительная комната. Ну давай, открывайся ты. Вообще непонятно, как некоторые слезинки ведут себя. Идем на разборку с боссом. Козлиное копыто я сейчас возьму. Год Хуф. Посмотреть, что оно дает. Просто интересно. Так, Гуатхуф. Увеличивает скорость на 15. А что, я не замечал, что она увеличивается. Действительно. Играться в аркаду не хочу. Идемте вниз. Может, вот здесь секретка есть? Давайте проверим.
Да? Можно сходить за грибком. Ух ты, здесь как много бомб нужно потратить. Я грибок хочу взять. Это артефакт, как бы. Ключ ушел, грибок пришел. Урон потерян немного, но с учетом такого безумного количества слез это совершенно не страшно. Вот посмотрите, что происходит. Окажись где-то здесь босс, ему будет очень-очень плохо. Не туда я пошел. Вот сейчас я в магазине готов купить и ключик, и бомбу. Ключик и бомбу купить, чтобы вернуться и там взорвать еще один сундук. А, нет, хотя если... Я, скорее всего, тут ерунду получу, поэтому не буду рисковать ключом и бомбочкой сразу. Итак, идем уничтожать кого-то. Чуп. Чап. В первую очередь нужно уничтожить червей. Но это полный хаос. Разблокированы катакомбы. Берем еще что-то, что увеличивает. Но это просто хаос. Хаос происходит. Вот это вот рожа, что она дает? Ну давайте все-таки возьмем. Switch Safari. И что это дало? А я не заметил, как оно называется. Ладно, надеюсь, что-нибудь хорошее дало. Спускаемся вниз. Пятый уровень. Так, непонятные безумные штуки. Как вы вообще смогли ко мне подойти под такой град, под таким градом слез? Происходит что-то очень дико, а я не вижу количество своего здоровья, а почему? Это из-за артефакта или как? Или это за комнаты? Так, парни. Отвалите от меня. Золотой ключ, замечательно. Здоровье увеличено. Неплохо. Так, надо вот это сердечко попробовать подобрать. Не подбирается. Надеюсь, у меня полное здоровье. Мухи. Еще раз пробуем подобрать. Можно тебя оттолкнуть? Нет, слезами не отталкивается, жаль. Something's wrong.
святой сундук. А святой сундук с помощью ключа открывается или с помощью чего? Тролль-бомба в святом сундуке. А у меня бесконечные ключи. У меня же бесконечные ключи. Тебе можно еще открыть? Нет? Грустно. Давайте еще что-нибудь купим из артефактов. Мне кажется, или это опять активный артефакт? Вот эта штука, по-моему... Хотя нет, там сидит муха. Ну, наверное, она мух призывает. Ну, давайте попробуем купить. Да, активный артефакт. Она не мух призывает, она собирает сердца. Ну что ж, минус деньги. Не привыкать, если что, получим урон. Почки, наши друзья. Так, это сердечко не подбирается, значит, у меня все полное. Дичь пошла. Infested. Infested. Так, к этим штукам я приближаться не намерен. Даже без разницы, что там лежит. А почему бомба-то за мной поехала? Давайте священные кастры повзрываем. Мои слезы отталкивают бомбу. Ладно, священные костры взрывать не буду. Ради одной комнаты возвращаться? Ну, давайте вернемся, посмотрим, что в ней. Может, что действительно интересное будет. Не сказал бы. Эта комната чисто на получение урона. И одну монетку получили обратно. Сердца подбираются, да? Ну что, поехали. А, Рип-Крип. Я с тобой уже сражался. Ты не такой уж и страшный, Рип-Крип. Но карту я использую. Поэтому тебе будет очень-очень больно. Ух ты, ты в меня чуть не попал. До свидания, Рип-Крип. А, ХП увеличено. И еще какая-то хрень вывалилась. Тейпворм. А что этот тейпворм дает? Надо посмотреть. Тейп.
Тейпворм. Тейпворм удваивает твою дистанцию статой. Твой... И длину чего? А, да, увеличивается именно дистанция. Что-то я это сам не заметил. Давайте без него обойдемся. Вот рост полнейший хаос творить мне больше нравится. Идемте вниз. Интересно, сейчас количество здоровья будет отображаться или нет? Да, отображается 6 здоровья. Это красиво. Это красиво. Не ожидал, что я так сразу в следующую комнату зайду. Сейчас не понять, где мой след, а где их след. Одной монетки не хватает для покупки артефакта, который потом не будем использовать. Мне нужен золотой ключ снова. Хватит ко мне приставать. Какой-то дикий король гоблинов был. Так, сейчас, пожалуй, вернусь в магазин, куплю там что-нибудь ценное, какой-нибудь пассивный артефакт, надеюсь. Вот эта штука у меня была. Я не помню, она меня обрадовала или нет. Ладно. Хаос. Всего лишь. Да, артефакты совсем пошли не те в магазине. Опасные штуки. Как быстро эта хрень спамила. Ну и как мне отсюда убегать? Босс, в принципе, найден. Теперь бы еще свое здоровье вернуть. За синим сердцем я не пойду. Нет. Так, тут что-нибудь из здоровья продается. Мешок. Давайте купим тебе. Ключи. Ключи можно будет на ангельском сундуке потратить. Где ты была, пиявка?
я сейчас не понял, откуда она взялась. Пентаграмм. Урон возрос. Это хорошо. Еще бы здоровье возросло. Так, парни, которые прыгают прямо в меня. Тратим ключ, получим ключ. И таблетку. И здоровье возросло, это хорошо. Еще было бы чем его лечить. Немного собираем. Еле увернулся от этих метателей костей. Так, вот это будет сложно. Мне это казалось проще. Проще, чем казалось. Так, теперь можно восстановить здоровье с помощью предмета. Миг боссу. В кровавую комнату я не пойду. Так, еще сердечко. Секретик, может, тут? Нету. А, в смысле, ты мне ничего не дал? Негодяйский сундук. Давайте красный тогда откроем. Чего уж там. Огромная тролль-бомба. Вот поэтому я и не люблю красные сундуки. Так, сейчас нужно будет очень аккуратно здесь проскочить. Конечно, аккуратно. Ну что, кто будет соперником? Айзек! А, мамочка. Я сейчас просто не замечаю вот этой тени из-за того, что... Я не знаю, я, возможно, хочу спать. Возможно, просто невнимательно к этому отношусь. Сейчас бы еще сфейлить. Пожалуйста... О, да. А, какой-то непонятный пояс, что ли? Что это? Кьюнтист. Coin joined. Мне это нравится. Вы посмотрите, что происходит. А Кьюнтист, или как это называется, скорее всего, это новый предмет. Coin. Да, это новый предмет, но это просто дичайший спам. Ладно, спускаемся вниз. Теперь главная задача — получить как можно больше здоровья. Вернуть все затраченное. Так скажем. Так, сюда я не хочу идти. А это кто тут на карте стоит и плюется? Они в меня плюются? Не буду проверять.
Да, эти штуки, скорее всего, в меня будут плеваться. Наверное. А если ее взорвать? Так, за сердечко спасибо. Не знаю, плюется куда-то и плюется. Вниз. А как понимаю, это призраки тех, кого я побеждаю. Получается, что так. Я вниз что-то не до конца дошел. Бомбу несло совсем не туда. Так, что это за предмет? Алила Герби. А тоже летает отлично с нами. Еще один дружок. Ради ключа я не пойду. Но здесь подойти невозможно. Да ладно, кто-то пролетел сквозь это облако? Это вообще законно? Это Лил Герби так сильно летает, что звук у меня напрягает весьма сильно. Сейчас куча призраков, которые будут мешаться. Или это мои дружеские призраки? Так, давайте сейчас проверим. Стреляй в меня. Я прошу. Я прошу тебя, стреляй в меня. А, да, это мои дружеские, оказывается. Это хорошо. Но здесь просто хаос происходит. Полнейший хаос. И здоровье все полностью восстановлено. Бонусу с... Какому бонусу? Боссу совершенно не повезет. Чужаки прошли эту завесу. Давайте сходим в эту комнату с ранениями. Если что, здоровье восстановить можно будет. Тролль-бомб, уходите отсюда. Сердечко, спасибо. Потеряли тут же.
Я вот не знаю, как я сам на этот урон налетаю. Ну, когда такое происходит, тут просто не видишь, что вокруг. Летит в тебя какая-то слеза, не летит. Так, или там дырка еще вниз куда-то была. Нет, мне показалось. Фален. Опять же из-за того, что здесь все из-за моих же слез сливается, ничего непонятно не видно. А шарпки, нет, ты мне не нужен. Идемте вниз. Итак, последний уровень. Пока все благоволит. Надеюсь, все вот так и будет продолжаться. Кто мне нанес урон? Я б шипы обдолбался, что ли? Получается, что так. Бомбочка. Но этот уровень был. Какие эти штуки здоровые. Не знаю, чего я сейчас урон получил. Разблокирован Кайн. Хорошо, за счет чего разблокирован? Так, нет, я верну свою закорючку эту непонятную, которая вносит полный хаос. Так, стоп, а на что еще нажать-то надо? Вот эту кнопку я не заметил, чисто интуитивно туда пошел. Ну, давайте досмотрим последние уровни там внизу. Пока проблем нету никаких. Мне очень повезло, что выпал тот артефакт. На К называется Цон... Ну, пишется как Цон, Кон что-то-то там. Который позволил так нещадно спамить.
Вот как эту штуку открыть? Открылась таки. Аркаду я играть не хочу. Просто идемте в последнюю комнату и к боссу. Здоровье будет почти полное. Шансов у босса я не вижу. Если, конечно, я сейчас не сольюсь. Хотя уже хотел на шипы наступить. Итак, поехали. Магдалена против сердца. Спам начинается. Причем спам с обоих сторон. А, мне самому урон не надо получать. А вот это очень сложно, потому что я не вижу, где что летит, как что происходит. Сейчас удалось победить только из-за того, что у меня было так много здоровья. Ну что, открываем. Эх, дурачок ты. Вау. Ну вот, одолели сердце. Ну, как говорил ранее, мне очень повезло, что выпал тот артефакт, который позволял призывать просто миллиарды слез одновременно. И примерно до этого уровня я уже раньше проходил, когда только запускал Repentance и записывал шорты по Айзеку. Ну, шорты, конечно, совершенно не зашли, правда. Текущие ролики сейчас тоже особо никто не просматривает, но я думаю, что нужно набивать массой, и чем больше роликов будет, тем больше будет в итоге и зрителей. Так, ладно, титры можно опустить. Разблокировали Дэна, милая, бэйби там какой-то был. Так, смотрим. Статистика, смерти 2. Предметы 68, победа 1, секрет 32, страйк 1. Так, мне вот интересно, кто такой Каин? У него 2 единицы здоровья, но он очень быстрый. И везучие ноги. Ну да ладно. Итак, спасибо всем за просмотр. Если кому понравилось, ставьте лайки, оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал. Всем спасибо, всем пока.